Крыльцо и балкон больницы «Семашко» на несколько минут превратились в зрительный зал, а площадка перед зданием – в импровизированную сцену. Самарские артисты приехали поздравить врачей с их профессиональным праздником. День медработника отмечают в третье воскресенье июня. В городской больнице «Семашко» к традициям относятся трепетно, поэтому в плотном графике работы нашли несколько минут для культурного отдыха. Рассказывают, обычно праздник отмечали масштабно, с выездом на природу. Сегодня не до этого. Медики сейчас на передовой борьбы с коронавирусом и чувствуют себя, как их коллеги во время Великой Отечественной войны. Сейчас в условиях пандемии возросла значительная нагрузка. И докторам, медсестрам, санитаркам, другим техническим работникам. Конечно, очень приятно, когда немножко наши будни, эти напряженные, скрасить. Там, аккордеон играет, и есть такое немножко чувство, как будто вот на передовой и приехала концертная бригада поддержать. Советские популярные песни и музыкальные произведения в исполнении баяниста Дмитрия Деревякина и золотого голоса губернии Гульнары Обожиной. Концерт рядом с главным корпусом больницы «Семашко» шел полчаса. Это подарок ко дню медработника от волонтерского движения и ОНФ. Мы хотим поздравить и врачей, и медсестер, и лаборантов, и санитаров с этим великим праздником, потому что именно сегодняшний день показывает значимость этой профессии. А в следующий момент мы уже с руководством поликлиники переговорили, будем дружить, как говорится, и приезжать к ним уже с более широкой концертной программой. Среди волонтеров акции «Мы вместе», приехавших поздравить врачей больницы «Семашко», и Юлия Фомченко. В будущем девушка тоже даст клятву Гиппократа, а пока проходит в больнице практику. С этой больницей мы тоже тесно сотрудничаем, мы помогаем врачам по просьбам, что им нужно, где-то помогаем оформлять медицинскую документацию. Зрелищем не ограничились. Волонтеры и активисты ОНФ привезли медикам 2 грузовика клубники и пакеты с соком. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.